Ребята, всем привет, всем доброе утро. Мы начинаем новый влог сегодня. У нас воскресенье. Да. Вот уже собирается потихоньку. Это что такое? Князь. Даже близко, чтобы он сфокусировался. А что там прочитать? Тут ничего не написано. Я так мелко не могу прочитать, амин. Вон, видишь? Нет, я вижу, что написано. Для меня это очень мелко. Да нет. Мне надо близко прочитать тогда. Уже начинаются проблемы со зрением. Возрастное все, амина. Уже даже не вижу. Надо, чтобы увидеть меня, уже надо хорошо присмотреться, чтобы прочитать. Все, хотя я раньше этого не замечала. Оказывается, уже есть. Первые звоночки. Вот в Амину вот такая вот причесочка Кристина сделала. Посмотрите, сколько у меня скрепышей. Скрепышей очень много, да? У меня вот. Ксюша привозила вот это. Нам дали. Вот это нам дали. Вот это нам дали. О, не, вот это Аня подарила. Вот это дали. Вот это дали. Помнишь, когда первый раз? Угу. Вот это дали. Купили. Да. Вот это купили. И вот это купили. Да. Вот сколько скрепышей. Ладно, играй себе. Да. Вот это Ксюша привозила. А, которые дали. Ладно, играй. А, там в магните косметика. Такие скрепыши один. Подожди. За один дубль. А, продают сейчас. Амирчик, привет. Амир, привет. Привет. Ты куда собираешься? Расскажи. День рождения. А что там будешь делать на день рождения у Софы? Подарок дарить. А какой ты будешь подарок дарить? Тортик будем кушать А4. Ага. Да, А4? Да, точно, тортик А4. Какой ты подарок ты будешь дарить? Амир? Домик. Домик? А что а за домик? А я сейф. Угу. Да. А мне на Новый год папа встанет на одну коленку и сейф подарит. Две. Давид тут как тут. Давиде, привет. На Новый год. Да, на Новый, но скоро Новый год, через 2 месяца. Давид, привет. Что делает? Ой, дай-ка, сейчас я вон тут... Ой, я... У него вылезли зубы, сейчас подождите, расскажу. Давид, так, ну что, Миночка, одеваемся? Амир, одеваемся, вам уже выходить. Давай, где твой наряд? Сейчас принесу. А мы с Лерой остаемся дома с Давидиком. Давидик уже, конечно, уснул. Они сейчас уйдут, мы дом приберемся, порядочки навести. Что ты? Где моя вещь? Где твои вещи? Сейчас подадим твои вещи. Нет, Амира, не там ее вещи, уже припасены. Сейчас достанем их. Вот. Будем делами заниматься, уборочкой. А вы будете целый день отдыхать, веселиться, да? Да. Да, веселиться. А помнишь? Амирчик. А помнишь? Да. Ну, что помнишь? Ну, что помнишь? Ну. А помнишь ты, что мы на Софи на день рождения приезжали и играли там стульчики? Песня, и когда песня закончилась, надо было на стульчике сесть. Да, успеть, да? И там было... А кто не успеет сесть, тот и выбывает. Да, выбывал из игры, да. Ну, на кого не хватит. Да, там на один стул меньше, чем было ребят. Меньше, а потом стульчик меньше. Убирать, да, один остается. А можно, смотри, как схитрить. Как схитрить? Ну, например, один сесть, и рядом сядет. С другим сесть. Угу. Это получается, двое одновременно сели на один стул. Так это еще раз будет переигрывать. Будут переигрывать до тех пор, пока один человек не сядет. Угу. Вот такие вот дела, такие вот делишки. Сейчас они уйдут. И мы спокойно будем делать уборочку. Полы надо помыть, посуду надо помыть.
Там утром позавтракали, ничего еще не мыли. Вот, просто вот так вот дети балуются, бесятся. А потом они вечером приедут домой, еще заедут в магазин, а не в Ашан. Вечером будет у нас распаковочка продуктов. Нет, продукты покупать. Бежит, 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 бежит. О, да. Все, одеваются. Выходят. Амир, иди тебя одену. Амир. Иди тебя одену. Ух, какая красивая наклеечка. А у меня матрешка. Где у тебя матрешка, покажи. А было побольше наклеить матрешку-то. Кричит. Кричит, еще так и не уснул. Сейчас будешь спатенький, да? Где твоя пустышка? Ха. Пытается вылезти. Как ты вылезаешь? Покажи, Давид. Пока, машет, пока. Скажи, пока, да? Пока. Скажи, пока. Уходят, да? Уходят, тебя не берут, да? Еще и посадили в кроватку. Мои уехали. А я хочу сейчас достать тесто бездрожжевое и фаршиком. Хочу налепить самсы сегодня. Пусть это пока размораживается. Вот. И налеплю, не знаю, сколько получится, потому что всего 500 грамм теста и 500 грамм фарша. Вот, немножечко сделаю. Это первый раз буду делать я самсу. И поэтому я и сделаю совсем немножко, чтобы не испортить тесто, чтобы было не жалко выбросить там или еще что-то. Понемножку сделаем. Пока пусть размораживается. А мы одни дома. Все уехали у нас. Ну, как кто все? Уехали зять, дочка, внуки. А мы остались. Лерка выглядывает. Скоро пойдет тоже на автобус, поедет домой. И Амирчик. Ой, Гуля, все время путаю. Амира с Давидом. И Давидик спит. Вот, и Давидик спит, уснул все-таки, крутился. Вот. Сладко. Но он еще 2 часа проспит. Когда дома очень тихо, он спит крепко. Когда так малыши шумят, ну, 1-2 часа спит. А когда совсем тихо, может и 3 часа проспать. А я думаю, он сегодня 3 часа проспит, потому что он сегодня уснул. Сейчас проснется. Уснул около 12. Хотя засыпает около 10 утра. Вот, должен проспать долго. Пусть спит. Так, вот что у меня, ребятки, получилось. Это первое у меня. Испекла 3 самсашки. Я тут уже приготовила фарш, обжарила с луком. Сделала такой сочный. Тесто тоже приготовила. Он как поднялось, уже хрустящие будут, как я люблю. Процесс только весь я не стала снимать. Потому что я тесто сама не готовила. Тесто покупное было. А начинку обжарить фарш с луком все могут. Вот, и ну и не стала ничего снимать тут, как я делала. Только сейчас надо стол убрать. Приготовила также уже я и на вечер макарошки по-флотски, тоже все по-быстренькому. Вот, и еще одна партия готовится. Я сделала 6 самса, вот такие 6 штучек, и 2 слойки просто обычные слоеного теста. Это погрызет Амина с Амиром, потому что они это есть не будут, самсу. Вот, ну а если и будет, очень хорошо. Давидик проснулся, там играет в комнате, я сейчас покажу. А я тут все сейчас на кухне все приготовила. Сейчас стол еще уберу за собой. И будем ждать. Должны уже приехать. Наверное, часа, может, к 7 приедут. Еще они в магазин будут заезжать. По-моему, вернисаж, там продукты надо будет купить. Вот. Купят продукты. Покажу обзорчик, как всегда, покупочек наших небольших, ежедневных. Вот. Ну ладно, девочки, увидимся попозже. Вот еще тем временем, пока тут готовила, еще стиралась. Ну это сегодня черное белье, чтобы не накопилось, закинула быстренько в стирку. Сейчас повешу я это белье. Давидик там играет, тут проснулся, проспал 3,5, проснулся в 3:30. Да, теперь играет тут, да? Посадили пока. Да, играй, мой хороший, играй. И смотрим тут фильм «Постучись в мою дверь». «Постучись в мою дверь», турецкий фильм. Вообще интересный такой фильм. Да, но он 100 серий в нем, интересно. Он такой ненавязчивый, легкий и смешной фильм. У нас 2 дня на подготовку. Ты уверена, что успеешь? Посмотрите, очень интересный фильм, понравится. Затягивает, просто затягивает. Серии короткие, серии, наверное, по 40 минут. Вот. Но фильм затягивает.
Он ни о чем, но настолько... Да, ты чего раскидываешь? Все, пошел. Обратили внимание на него. Все, начал все выкидывать. Да, Давид? На тебя обратили внимание? Давид, ай, ай. Он уже ногу затягивает. Да я видела, ай. Давида, как Давид смеется? Давид, слюни так и текут. Как Давид смеется? Давид! Ай! Эй, Давида! Давидыч! Давидыч! Сразу две берет, чтоб не наклоняться. Эй, эй, где твой носик? Фу, он у тебя сопливый. Сейчас я ему вытру. А. Эй, фига ты замахнулся. Правильно, что церемониться-то по одной штучке. Сейчас выкинет. Нельзя. Все, спать будешь, что ли? Вот сейчас надо точно убрать, если он встанет на нее, ее надо убрать, а то он тогда точно вылезет. Ты идиот, идиота! Кто раскидал? Ты? Что там? Ладно, девочки, буду развешивать белье. Лера передумала, Лера не поедет сегодня, поедет завтра в деревню. Да. Теперь танцует. Свисти. Свисти. Дуй. Дуй. Да? Вот что получилось. Достала я уже второй поднос. Эти немножко поменьше поднялись, потому что я их не так раскатала. Это я больше раскатала квадратики. Эти меньше, и они получились меньше, раз не поднялись высоко. Вот так вот получилось. Будем пробовать на вкус. Вкусно. Что? Не смотри, как ты кушаешь, да? Не кормят, да, Давид? Он еще отнимает. Так быстро схватит. Ему понравилось. Он все съел. Все, наелся? У меня целый рот. Прожуй сначала, Давид, прожуй. Ложка давай. А ты не в курсе? Тебя будет кормить. Попал. Помоги ему. Ой, Давид, он насмешил. Вкусно, Давид? Сейчас пойду его мыть.
Вытрать руки надо ему. Давид, смотри сюда. Давид. А меня кто? Ну ладно, сейчас доедите. Я не знаю, наелся, теперь тебя кормит. Сначала не давал. Правильно, сначала первый мужчина должен поесть, да? Я не хочу, спасибо. Прекрасно. Я сама вылезну, где да? Рукой легче, да? Кушай, кушай, да? Все, сидим, ждем, а Давид тут чего только не поделал здесь за полчаса и все вещи раскидал, все перевернул. Поднимай ее с пола. Ее надо повесить на сушилку. На сушилку повесь. Вот где белье лежит, на сушилку повесь. Поднимай на сушилку повесь, Давид. Где сушилка? Где белье висит? Вешай. Давид. Пихает в машину. И Давиду досталось мороженое. Всего 6 мороженого. А давайте его посадим. Лер, посади его сюда на стул. Сейчас я... Нас связала тут. А это сердце страны. Музыка лучше. Короче, ты на танцы пойдешь, у тебя да, кушает сидит. Да, типа нас связала тут. Конечно. Амин обидел, что ей не ту наклейку. Тебе видно, у тебя видно было. Нет, садики задугают. Ну давай, давай, она все расслоится. Кушает, так вкусно. Вкусно? Медведя узнал, конечно. Я думаю, да, конечно. Мама, можно сюда тебе? Это простая формальность. На, Ты что, Давид? Папа ругается, да, Давид? Короче, смотрите, что мы купили. Сейчас, подожди, а он сам кушает, пусть. Да. Пусть чума, а все равно мыть его надо будет. Пусть чума. Да, монет ее. Мороженое я убрала в холодильник. Так, ну что, начнем с обзорчика покупочек. На 5000 покупка. Разумеется, с Давидом. Помидоры. Какие хорошие. Это ростовские. Коробку купили. Сейчас, Амин. За 300 рублей. Ну, нормально, на повседневно. Да, так. Она мягенькая. Нормально, кофе. Да, короче, купили. Два батона горячие. Да. Ну, они уже. Ну, видно, что мягкий он. Да. Значит, пакетов. Бананчиков. 3 литра молока. Шарики. Взяла вот такую колбаску моцареллы. Хочу сейчас вкусный помидор, что мне сделать. Масло подсолнечное. Огурцов. Масло сливочное. Картошки. Так. Майонез. Раньше на 5000 было 3 пакета, да? Теперь 2. 3 вкусных макарон. Капеллини. Да, они такие вкусные, они тоненькие. Да. Так, зира. Сметана. Да, а то мы 2 раза плов готовили без зиры. И у нас вон зира, фруктовый, короче, запасом уже взял. Так. Это каша. Курица. Мясо, свинины, окорок взяли. Свиной окорок. О, можно духовки с тобой сделать. Больше раз сделали духовки. Да, вот. Гречки взяли. А, просто еще взял масло с запасом. Маме семечек. Огурцов Фарух взял. Так, Давидику пюрешечки всякие взяли. Я свой любимый сыр ламбер. Только в ленте он нарезанный. Ну, и в больших магазинах лучше. Нарезан, а так он везде идет и уже. И шоколадок. О, штучки, да. Чайку попьем сейчас. Короче, вот, покажу. Как был пустой, так... Ну все, разобрали. Как был пустой, так и остался. Да. Забили холодильник на 5000. Так вот, вот такие цены. Да,
Вот эта полка забита. И это тоже. Съестся сейчас салат, да. Так что дети там в комнате. Мультики смотрят. Все, прыгали тут, все раскидали. Давида, Лера там купает в ванной. Весь мороженый испачкался. Попозже, сейчас сначала Давида накупают. И ты будешь.